В Петропавловске собираются объявить ЧАЭС техногенного характера местного масштаба. Решение приняли на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций при акимате. Как говорится в пояснительной записке, режим ЧАЭС вводится с целью ликвидации последствий разрушений на ТЭЦ-2. Напомню, в конце марта на теплоцентрале обвалилась первая дымовая труба, погибла одна из сотрудниц, а в областном центре начались перебои с теплом. Режим ЧАЭС позволит ускорить строительно-монтажные работы и прохождение определенных экспертиз, которые будут затягивать. На данный момент вопрос финансирования не стоит. На данный момент именно с позиции АО «Севказэнерго» ходатайство не поступало. То есть по их данным у них финансирование достаточное.